Армению, заключительному акту. Должен сказать, что военная агрессия Армении против Азербайджана продолжается сегодня. Вчера армянским снайпером был убит мирный житель, житель казахского района, находящегося вдали от зоны конфликта на границе Армении с Азербайджаном. Также должен сказать, что во время военной провокации в апреле 2016 года 6 мирных жителей Азербайджана, включая ребенка, девочку, были убиты. Также хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер-министра Армении. Удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно. Карабах – часть Армении и точка. Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак.